трое! Ты что здесь? Разорал. Дебил! Что за стрельба? Что за стрельба? Понимаете, до последнего закона. Кто стрелял? Кто стрелял? Это инопланетяне. Жека стрелял. Это инопланетяне! Это все они, это заговор. Все понятно, Игорь. Ты что, издеваешься? Нормально, пацаны, у меня одно очко, да? Ты издеваешься? Откуда ты знал то, что я там? Я тебя видел с самого начала. Пацаны, я как? У тебя снайперка торчала из этой хрени. Из стены? Изи, да. Изи, пацаны, изи. Ядрить, колотить! Ладно. Прикольно. Ну, давайте вы немножко притормозите, да, чтобы у нас серия не закончилась. Пацаны, вы проигрываете, да? Да, вы проигрываете. Я говорю, притормозите, пожалуйста, чтобы серия не закончилась через 2 минуты. Началось, слышь, ты тут не тормози процесс, он очень хорошо начался. В том же духе, пацаны, в том же духе. Давайте сделаем мою победу первой исторической, понимаете? Надо сделать. У тебя уже была победа, как бы, Игорь, что ты врёшь? Не, надо типа, нет, не первая историческая, имеется в виду первой... Особенно, типа, вы сами все сделаете, а я выиграю. Ага. Да, вот нормально. Жопа ленивая. Игорь победит, не убив ни одного человека. Да. Это просто скилл называется, понимаете? Я побеждаю и... Ментально всех убиваю. Я вижу. Короче, я предлагаю, Игорь, тебе не умничать, хорошо? Давай ты не будешь сейчас умничать. А давай ты будешь кого-то убивать. В смысле умничать, у него как бы камень разума, ты понимаешь, он жесткий. Кто жесткий? Да. Игорь? У меня камень разума. Игорь, да, ну да, да. Да, Эдисон знает, какой у меня камень. Камень скорости, да, Эдисон? Я просто с флеш. Собака, как ты тут мог учутился вообще? Опа! 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 Я просто пробежал. Да я просто бежал. Такой ты-ты-ты-ты-ты-ты сзади убежал, такой тандарам и все. Игорь, теперь тебе придется драться. Я сейчас чихну, подожди. Давай, 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 дай! Опа! Будь здоров, не говори, главное. Не говори. Будь здоров. Пишите в комментариях, будь здоров, да? Будь здоров, Игорь. Да я скажу. Я ж не. Ну ладно. Я ж не такой жопошник. Жопошник. Вот ты, Жека, жопошник. Тебя Эдисон жопошником назвал. Да при чем тут Жека? Ну, Жека жопошник. Я сказал то, что я не жопошник. А если Жека не сказал, будь здоров, значит он жопошник, исходя из логики. Тут я уже ни при чем. Тут я... Подождите, подождите! Ой, собака как нос зачесался. Все, продолжаю. Я думал, это что-то другое зачесалось. Я просто байчу на комментарии, понимаешь, а вы не понимаете. Молодец, молодец! Игорь, ты где? Игорь! Я сказал, я охочусь на тебя, охочусь. Я бы сказал, конечно, что вы немножко дебики, но вот. Вы сами знаете. Мы сами знаем то, что мы дебики. Вы же майнкрафтеры. Кто дебик? А ты что, типа, не майнкрафтер, да? Я что, отрицаю то, что я дебик? Ну, тогда что? Он виртуальный майнкрафтер. Тогда шо? Да-да-да. Это тебе, блин. Это тебе, блин, согласен. Вы понимаете, да, как нам с ним сложно дружить? Он немного у нас конченый. Немного. Ой, случайно, ребят. Да-да-да-да-да. Немного. Все понятно. Быдло. Нормально разговариваем. Быдлюган, конечно. Ладно, ладно, я забыл, где нахожусь. Игорь, ты где? В жопе. Это где? Какой... Я начал называть меня быдлом. Какой части карты, Игорь? Опа, Игорь замолчал, Игорь знает где, Игорь знает где я, Игорь все понятно. Игорь все понятно. Стивен Игл! Все понятно, Игл! Игл меня... Жека, ты можешь, пожалуйста, возле меня не летать? Игл выиграл! Не летай, пожалуйста, возле меня, ты меня палишь своей снайперкой. Да я возле всех летал, вы просто в одном месте были. Игл, ну ты жопа! Жож. Игорь, пожалуйста, притормози, пожалуйста, притормози, Игорь, пожалуйста, будь человеком, притормози, пожалуйста. Ой-ой. Ага, ой-ой-ой! Все понятно. Ой-ой-ой! Все понятно. Ай-яй-яй! Все понятно. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Все ёпты понятно, да. Да. Все стало на свои места. Все стало, да, все понятно. Ты же говорил, что нельзя лежать. Ага! Ты смотри, откуда он меня видит? В смысле нельзя лежать? Лежать нельзя? В смысле ты меня прямо сейчас видишь? Я выбегаю так быстренько и смотрю. Лежать нельзя? Говно! Да твою мать! Эдисон, смотри, что делаешь!
Ты дебил! Ну, пацаны, 3-0-0, да? Эдисон, я не могу, да? Это что такое? Хочешь прикол, Эдисон? Я по тебе тоже стрелял. Ну что-то ты какой-то не... Как? Игорь, эти два раунда не считаются. Игорь, нет. Да. У тебя одно очко, Игорь. Не, давай считать 3, но дополнительно раунды мы ведем. Ладно. Потому что 3 это лучше, чем одно. Ну хорошо, давайте дополнительные раунды тогда быстренько. Читер какой-то, ёпты. Короче. Что, фаворит? Игорь, я фаворит. Фаворит. Нам бывал. Сколько дальше? У нас еще 3 дополнительных раунда, или 4, или 5. Опа-на! Кто нафунял и откуда, что самое главное? Да не знаю. Кто-то фыркнул. Естественно, то не безобразно, Эдисон. Кто-то фыркнул, да? Опять кто-то нафунял. Это крутой, может, ему нужно небольшое время задать? Опять кто-то так, нафунял. Так, может, вы успокоитесь? Давайте мы не будем про пердёж разговаривать. В смысле? Не разговаривать про пердёж. Это как вообще? Ага, Игорь, вот ты где! Ага! Вот ты где, Игорь! Ага! Вот, Игорь, я тебя заметил, а ты что думал, ты так хорошо спрятался, да? Да. Не да. Носорога и да. Откуда ты меня убил вообще? Не тпхайся, пожалуйста, не пали меня, вообще не летай возле меня. У меня ответственный матч у меня, ответственный. Темно, ничего не вижу. Ладно, это точно скопируем. Ответственный матч. Не пали меня! Я не понимаю, мне нужно понять, куда меня хотя бы убили. Ответственный матч. Ай, чё я зачесалась, собака? Ну я не понимаю, Дэвис. Ответственный матч у меня. Опа! Откуда? Ты всё это время на моей... Ты серьёзно тут всё это время? Да, я всё время вот тут был. Твою! Матушку, да. Ты дурак! А как ты тут так скрылся? А вот так, на всех, у всех на виду, у всех на виду скрылся. Ладно, Игорь, 3-1-0, да, у нас 3-1-0? Да. Да. У нас есть еще все шансы на победу, шансы, да? Жека. О, у вас уже нет никаких шансов. У нас есть шансы, Жека. Никаких шансов. В смысле? Никаких шансов. Да все же. Жека, убей Эдисона, у него не будет шансов. Ты нечестно выиграл, у тебя 2 победы просто так, то что ты стоял на месте. Ну ладно. Незаслуженная корона. Вы, во-первых, сами в этом виноваты. Незаслуженно, никто Игорь. Более, никто это незаслуженная корона, согласись. Окей, ты будешь победителем, но корону ты не получишь, снайпер. Так, знаешь что, давай ты вот тут без всяких вот этих твоих штук, да? Штук-друг. Ага, штук-друг. Я знаю тебя, ты хитрый. Я хитрый. Ага, маленький португальский мальчик. Кого я знаю? Чисто ради приличия, Эдисон, давай мы будем с тобой вот реально вот за честь, да? За честь и отвагу, да? За честь и отвагу. Да, за честь и отвагу, и должны хотя бы один раунд отдать Жеке. Жеке. Да. Жеке, значит, да. Да, ну надо, ну понимаешь, ну тут надо. Ну мы ж друзья все. Или это только иллюзия? Ты думаешь, он заслужил? Он так же не заслужил, как и ты. Так, понял. Значит, Жека понял. Жека понял, не понял, Жека понял. Понял, против. Понял, Жека, понял, Жека, не понял. Понял, кто у нас тут главный злодей в городе. Понял, теперь я все понял. Антигонист главный, да, понял. В смысле, а почему я? Я в принципе даже ничего не делал. Ты антагонист, ты Танос. Ага, зашиб. Откуда ты меня убил вообще? Я спрятанный стоял. Спрят. Почему у меня... Я не понимаю. У меня такое ощущение было, то, что ты на F5 стоял. Я просто стоял за коробкой. Я выслеживал Игоря, который стоял кое-где. Как ты не вылезал. А как ты выслеживал его? Я вылезал постоянно, я в него стрелял даже. Хорошо, Игорь. Игорь, значит, был кое-где, да? Да. Я в Карагане. Жека, где он был? Восток, запад, север, юг. Севера-юг. Севера-юг, значит. Севера-юг. Юга-север.
А где север, где юг? Там, где мох растет, это север, Эдисон. Я знаю, меня в школе учили, говорили, типа, если ты в лесу заблудишься, ты сможешь выжить. То есть ты сейчас, ты сейчас на севере, получается, да? Я сейчас на юге. Ты сейчас на юге. То есть моха я рядом с тобой не вижу, Эдисон. Yes, моха нет, значит, это не север. Юг. Да не можешь ты быть на юге. В смысле, Эдисон, как это? Где? Где ты был, жопошник? Я прям вот он рядом с тобой стоял, вот дорога. Ну ты гнида, конечно, ну ты гнида. 4-1-0. 2-1-0, 2-1-0, у нас еще один раунд, да, Игорь? 2-1-0, ладно, жопа. Ну ты жопа, Игорь. 4-4. Ладно, так уж и быть. Корона отправляется к тебе в Бердянск в этой серии. Говори адрес, говори адрес. Адрес, дом Колотушкина, улица Пушкина. А номер? 73/228. 228, хорошо. Ладно, Игорь, лови. Это твое в этой серии. Будем заканчивать с тобой, да? Держи, держи, давай, давай, держи. Ну шо, пацан? Ой, нет, не туда. Что там произошло? Я сейчас, Игорь, иди сюда. А мы будем прощаться. Забираем. Да. Спасибо всем за просмотр, ставьте огромные лайкуськи, если хотите продолжение. Если набираем много лайков, обещаю то, что сразу же выйдет следующая серия снайперов, да, Игорь? Чем больше лайков, тем больше корона, тем она лучше будет. Пацаны, полетели! Полетели, не забывайте подписываться на канал, полетели, Игорь, полетели! Ставьте лайк!